В прямом эфире на телеканале «Татарстан-24» программа «ЖКС. Жилищно-коммунальные советы. Советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ». С вами Гульнас Миниханова. Здравствуйте. Тема нашей программы – изменения в сфере недвижимости. Что же произошло за год, какие изменения нас коснутся, а может быть, какие-то уже коснулись, об этом мы сегодня с вами поговорим. Если вы хотите поделиться своей точкой зрения по этому поводу, звоните нам в прямой эфир 8 800 500 32-55-511-99-66. Гость нашей программы – эксперт в сфере недвижимости Анастасия Гизатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, расскажите, пожалуйста, как себя чувствует рынок недвижимости в республике? Что вообще в целом он из себя представляет? Ну, что можно сказать? Уходящий 2017 год прошел замечательно, то есть все участники рынка чувствуют себя хорошо. В принципе, наверное, они даже не ожидали таких результатов, а были настроены более пессимистично. Давайте пойдем по секторам. О каких результатах вы говорите? О каких результатах? Ну, во-первых, объем сделок увеличился. Если мы смотрим долевое строительство, то по сравнению с прошлым годом он вырос на 30%, а по сравнению с 2015 годом количество проданных квартир, то есть заключенных договоров, выросло где-то в два раза. То есть о таких результатах многие не мечтали и прогнозировали спад активности. Если мы смотрим загородный сектор, да, то мы видим, что по всему Татарстану и Казань, и другие города республики огромное количество индивидуального жилья, очень много коттеджных поселков, и количество их продолжает расти. Очень много предложений мы увидим в следующем году, потому что задел уже дан сегодня. Ведутся проектные работы, оформляются документы. Теперь по вторичному сектору, по квартирам, да, то есть огромного роста цен не произошло, он был в пределах инфляции. Количество сделок стабильно, хорошее. Также идет внутренняя миграция как по Татарстану и нашу республику, и в частности Казань. Выбирают жители соседних регионов, субъектов Российской Федерации. Очень много приезжает к нам студентов и остаются на постоянное место жительства. Возвращаются коренные татарстанцы, которые в свое время уехали по комсомольским путевкам в другие регионы Российской Федерации, раньше Советского Союза. Таким образом, недвижимость в Казани в республике очень популярна. Какие бы вы изменения, вот за весь этот 2017 год, вы бы выделили? Может быть, какой-то, может, у нас там в долевом строительстве какие-то изменения были? Может быть, в сфере индивидуального жилого строительства произошел какой-то бум? Но основным драйвером рынка во всех сегментах это, конечно, снижение ипотечной ставки. То есть очень многие всегда аналитики при каких-то прогнозах говорят и ссылаются на Запад, что там ставка от 1 до 3%. Видимо, мы сейчас движемся к этому. Министерство строительства неоднократно заявляло о том, что ставка будет снижена. И что мы наблюдаем? Только за год произошло снижение на 3-4 пункта. А сейчас вот сколько? Сейчас можно взять ипотеку по 9,5-10% годовых. А с учетом субсидирования застройщиков, то новостройку можно взять под 6% годовых. Раньше об этом нельзя было и мечтать. Поэтому это очень интересные условия, и это мы видим уже в количестве сделок. А вы можете сделать какую-то такую экспертную оценку? Что же все-таки, ну, какая вот ипотечная ставка, какая выгодная для всех? Справедливая ипотечная ставка, чтобы выгодно было и застройщикам, и интересно было бы покупателю? Но и застройщикам, и покупателям выгоднее процентная ставка 0 или 1%, да, соответственно. Но такая ставка приведет к буму на рынке недвижимости, к надуванию так называемого пузыря. Вот. В принципе, справедливая ставка 4-5%. Я думаю, что это позволит удержать рынок на предыдущих показателях, да, и позволит ему расти, и снивелирует негативные последствия. Как раз мы перейдем к изменениям в 214 ФЗ, в закон о долевом. Да, то есть как раз снижение ипотечной ставки снивелирует и сгладит вот эти вот недостатки этого закона в части удорожания квадратного метра. Анастасия, давайте поговорим о долевом строительстве. Это очень интересная тема, и на самом деле кое-какие-то изменения были за этот год и в 214-м. Давайте вот по этому поводу поговорим с вами, остановимся. Что было интересного за этот год в части ДДУ, возможно, да, договоров долевого участия? Давайте сначала немножко истории. То есть 214 ФЗ был направлен на то, чтобы не было двойных продаж, и дольщики были максимально защищены. Вот. А что произошло? Двойных продаж избежать удалось. Были, конечно, схемы ухода и постройки дополнительных этажей, но в общем плане удалось. Но основная проблема — несвоевременная сдача
жилья и банкротство застройщиков. От этого закон не помог, к сожалению. Угу. Следующий был шаг – введение страхования. Введение страхования. Это в этом году? Нет, это было раньше, 2 года назад. То есть смысл в том, что все застройщики должны были оплачивать страховку и страховать от риска несдачи дома. Сейчас получается, что Минстрой и вообще законодатели говорят о том, что не получилось, да, то есть невозможно страховой компании поднять и спасти строительный рынок, если застройщики становятся банкротами. Соответственно, стали думать, каким образом можно спасти и защитить дольщиков еще. Следующий шаг был – это введение скроу-счетов. Смысл в том, что мы это увидим в следующем году, денежные средства к застройщику поступят только в момент сдачи дома в эксплуатацию. То есть дольщик может на любом этапе приобрести квартиру, но денежные средства он будет платить не напрямую застройщику, строительную организацию, которую он приобретает, а банку. И банк, как хранитель этих денежных средств, будет их держать до момента ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, покупатель квартиры не рискует в части несдачи дома, и он в любом случае получает свою квартиру. То есть это основной посыл и основное изменение, которое касается потребителей. Остальные новшества, они больше касаются уже строительных организаций в части укрупнений, уставного капитала и многого другого. Вот это именно взаимодействие с покупателями квартир. А что касается скроу-счетов, они могут ли как-то защитить? Они защищают в части того, что если дом не достроился, застройщик эти денежные средства не получит, и покупатель их не решится. То есть он может переключиться на другой объект. Для этого тоже будут определенные механизмы. Хорошо. А если говорить о самом механизме, о самой схеме, как это происходит, скроу-счета? Жители каким-то образом заключают договор или застройщик заключает договор уже с кем-то? Это будет тройственный договор: застройщик, банк и дольщик. Допустим, вспомним банковскую ячейку или аккредитивные расчеты. То есть есть застройщик, есть покупатель. Между ними как буфером будет банк, который будет денежные средства хранить и смотреть за тем, что дом сдан или не сдан. И только после этого денежные средства они получают от покупателя. Таким образом, покупатели на 100% защищены от несдачи дома, и у них остаются вопросы только уже по качеству строительства. Они могут предъявлять претензии застройщику. А у нас есть ли какие-либо еще изменения, которые коснутся долевого строительства? Говорят о том, что вообще его, в принципе, хотят отменить. Последнее обращение нашего президента и различные заседания межведомственных организаций говорят о том, что почему-то считают, что долевое строительство – это зло. Да, в принципе, я, конечно, с этим не согласна. Долевое строительство позволяет купить квартиру по сниженной стоимости квадратного метра. Чем больше будет буферов между застройщиком и покупателем, тем дороже будет стоимость квадратного метра, потому что все эти услуги банков, все, они не бесплатны, к сожалению. Вот. Соответственно, посыл о том, что долевое строительство нужно прекратить, он идет. Ужесточились требования к застройщику, они не всегда справедливые. Это дополнительные расходы и дополнительные временные затраты и привлечение дополнительных специалистов. Это не может не сказаться на стоимости квадратного метра с одной стороны, и это будет как раз тем фактором, который может повлечь в 2019 году, наверное, в 2018 еще этого не будет, такого влияния, к росту стоимости квадратного метра. Другими словами, жилье подорожает. Жилье может подорожать, но посмотрим с другой стороны, да, то есть состав затрат и издержки застройщиков увеличиваются, но благосостояние и татарстанцев, и в Российской Федерации оно пока не растет, скорее всего, наоборот. И покупать по таким завышенным ценам многие посчитают несправедливым, и, возможно, стагнация рынка. Застройщики будут как-то искать пути, и таким основным и явным путем можно считать вариант первый. Это уменьшение еще размера квартир, чтобы стоимость квартиры была меньше. И второй вариант – снижение издержек на строительные работы. Да, на то качестве есть, строительных это материалов, может быть, да, на качестве строительных материалов, на виде строительных материалов, на планировках, на каких-то архитектурных решениях, наверное, будут экономить. То есть нужно как-то исходить из этой ситуации, при том, что от издержек, издержки явно растут. Ну, конечно. Ну хорошо, не будет долевого строительства. Что же тогда будет? Каким образом у нас будет строиться жилье? Вот если мы сейчас ежегодно вводим 2,4 квадратных метра жилья в Татарстане, у нас будет уменьшение этого объема вводимого жилья? Как вот вы просто... Как я вижу, да? Ваш прогноз. Так, прогноз. Ну, во-первых, в 2018 год мы живем спокойно.
То есть по объему мы не упадем, скорее всего, 2018 и 2019 год. Еще на запале разрешения на строительство, которые выдаются сейчас, продержимся, и объем останется прежним. Мы увидим более жесткую конкуренцию и заход игроков федерального уровня. Я думаю, что крупные города субъектов Российской Федерации заинтересуются Татарстаном. И так как требования по 214 ФЗ к застройщику ужесточились в части крупности, то есть это должны быть крупные компании, они зайдут на наш рынок и будут конкурировать с нашими крупными компаниями. Небольшие компании уйдут. Наверное, пойдут большие застройки комплексов. Будет серийное жилье. И при конкуренции, возможно, и выиграет покупатель. Да? Но насколько качественным будет продукт, сказать не могу. В ценах будет сильная конкуренция. Но если даже федералы войдут на рынок, на мой взгляд, будет все равно повышение стоимости, да, они могут диктовать условия. Да. Да. А что касается арендного жилья, мне тоже очень интересно, мы тоже вводим арендное жилье ежегодно, либо для организаций самих строительных, точнее даже не строительных, а каких-то предприятий, вот они для своих работников строят жилье. Почему-то арендное жилье все-таки у нас, и не только в Татарстане, вообще в целом в России, оно не приживается, когда за границей это широко распространено. В чем же причина, почему у нас не получается, может быть, мы идем и на пути к этому, может быть, наоборот, впереди планеты всей мы будем, если мы будем все жить в арендном жилье. Но первое – это менталитет. То есть все-таки у нас мой дом, моя крепость. Да? И если, во-первых, к трудовой внутренней миграции в других странах она рассматривается спокойно, то наши мой дом, моя крепость, где родился, там и пригодился. Да? То есть это все-таки, наверное, у нас с детства, и поэтому основное – это жилье. В принципе, если стоит вопрос о аренде, да, об аренде или о снятии, да, то при наличии первоначального взноса я однозначно считаю, что нужно приобретать квартиру, потому что, как правило, стоимость аренды ежемесячная равна ежемесячному платежу, если есть первоначальный взнос. Что говорить о организациях, об организациях, которые бы занимались арендным бизнесом, то для них это неинтересно, это долгие деньги. То есть если застройщик оставляет себе квартиры для последующей сдачи в аренду, ему это нецелесообразно, этим занимаются у нас физические лица. И как раз сейчас законодатель планирует обелить этот рынок, как он считает, черный арендный рынок. Таким образом он вводит возврат налогового вычета не только за покупку жилья, но и за аренду. Да. Таким образом, чтобы люди при аренде жилья приходили в налоговую инспекцию и говорили о том, что они снимают жилье и возвращали 2 НДФЛ. У нас есть звоночек, давайте примем, а потом обязательно обсудим снова арендное жилье. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У меня родственница взяла кредит, но средств у нее на сегодняшний день, чтобы погашать этот кредит, не хватает. Как вот ей быть? Возможно, есть какие-то варианты погашения этого кредита, может быть, рефинансирования или еще что-то. Тут вопрос от пенсионерки, конечно же. Спасибо. Да. Ну, по поводу рефинансирования, да? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, наверняка, когда ваша родственница брала кредит, она брала его по ставке либо 14, либо 12, да? То есть самая популярная ставка. В настоящий момент она может рефинансировать кредит уже под 10% и менее. Многие банки предоставляют эту услугу. Вы можете обратиться, хорошо работает Сбербанк, ВТБ-24, очень нравится Аверс, вы можете обратиться в эти банки, в Акбарс, по поводу рефинансирования и рассмотреть условия. Я бы, конечно, начала с переговоров со своим банком. Какие варианты решения этой проблемы могут предложить они? Это может быть не только рефинансирование, это может быть реструктуризация долга, отсрочка. Нужно просто посмотреть, какая задача – сохранить квартиру или с минимальными потерями поменять жилье. И от этого уже исходить, но вариантов масса, ну, вариантов масса. Поэтому начните с первого, это поход в банк, и определитесь с целью оставить квартиру и минимизировать платеж, либо поменять ее с минимальными процентами на другое жилье. И то, возможно, сейчас очень интересные условия. Ну вот не зря, может быть, или может быть наоборот, ничего к этому, ни на что это не влияет, возраст. Вот он сказал то, что она... Пенсионерка. Да. На что это влияет вообще при... При выдаче кредита, да, при одобрении ипотеки, это влияет только на срок кредита, но банки и ВТБ, и Сбербанк очень
хорошо относятся к пенсионерам. Как правило, кстати, пенсионеры самые добросовестные заемщики, да, то есть не молодежь. Вот, поэтому они охотно пойдут на контакт и выберут путь решения. Если пенсионер, скорее всего, это либо Сбер, либо ВТБ-24. Работают замечательные специалисты, и я думаю, что найдут выход из этой ситуации. Хорошо, у меня теперь вопрос по... На самом деле, на рынке сейчас готовы проекты все-таки люди берут? Или с черновой отделкой? Есть ли какие-то тенденции, которые просматриваются сейчас? Есть. Во-первых, мы сейчас ощущаем дефицит трехкомнатных квартир площадью где-то 90 квадратных метров. Потому что был посыл застройщиков на уменьшение затрат. И именно вот этот сегмент более больших двушек и трешек, он есть. То есть дефицит ощущается. То есть трехкомнатных где-то 80 квадратов вот оптимально, двухкомнатных где-то 70 квадратов. То есть они уменьшились где-то по 20 квадратов каждая. Вот дефицит таких предложений есть. Очень большой дефицит предложений по центру города, по Вахитскому району. Да, то есть города Казани. Города Казани, да. Дефицит по городу Казани. Соответственно, дефицита эконом-жилья нет. Очень много предложений у нас на периферии города, то есть граница города расширяется, радиус увеличивается. Вот. Какой у нас еще тренд, можно сказать, на рынке, по крайней мере, Казани? Может быть, по индивидуальному жилью есть? По индивидуальному жилью что я могу сказать? Кто может, как можно быстрее оформляйте документы на свои дома. Новшество по законодательству будет весной. То есть, чем дальше, тем сложнее вести свои дома индивидуально в эксплуатацию. Помните, в свое время дачная амнистия допускала постройку дома без разрешительной документации и вот дома без акта ввода в эксплуатацию. То есть, сейчас уже для этого необходимо уже получить разрешение на строительство, то есть вы должны будете посетить и ГЛАФАПУ, и ОГР, да, то есть это у вас займет не менее 3 месяца, а теперь весной вы уже будете получать акт ввода в эксплуатацию, поэтому если есть возможность, лучше сейчас как бы минимизировать свои денежные, это бесплатно, но в любом случае оформление документов займет и время, и определенные средства. Анастасия, у нас есть еще очень коротко только один звоночек. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Я хотела бы узнать, вот у меня сын получил год назад по 14% ипотеку. Да. А у них снижение ставки будет или нет? Вот этот вопрос меня интересовал. Да, спасибо. Смотрите, для снижения ставки ставка снизилась, но банк не будет вам звонить и говорить, снизьте, пожалуйста, ставку, потому что элементарно он теряет свои денежные средства. Я вам предлагаю сначала обратиться в свой банк с заявлением о снижении ставки. Если банк вам отказывает, вам нужно обратиться в другой банк, потому что не все банки рефинансируют свои кредиты. То есть, допустим, если вы брали в Сбербанке, вам нужно будет обратиться в другой банк, потому что Сбербанк рефинансирует при определенных условиях, то есть если разница между ставкой составляет определенное количество пунктов. То есть первый шаг. Вы идете в свой банк, обращаетесь о рефинансировании, если вам отказывают, вы идете в другие конкурирующие банки и просите рефинансировать свой кредит, у вас все получится. Все, спасибо огромное. Анастасия, я очень хочу поблагодарить вас. Да. Было очень приятно и познавательно. Да. Уважаемые зрители, мы с вами встретимся ровно через неделю. Это была программа ЖКС «Жилищно-коммунальные советы». Встретимся через неделю. До свидания. До свидания.